Шахрезад, почему ты не спишь? О чем ты? Какой сон, Михрибан? Хватит горевать, дорогая. Я знала, что мне нельзя любить. Но зачем ты так? Выходит, на этом любви конец. Все. Ты торопишься, Шахрезад. Ты преувеличиваешь. Думаешь, перестанешь любить, сказав все? Я не переживу еще раз то же самое, Михрибан. Не могу быть нежеланной невесткой. Я пригнал машину Шахрезад Ханым. Она попросила, чтобы я передал ее охране. Хорошо. Я консьерж в ее доме. А это передайте Ануру Аксалу. Передадим. Спасибо. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Войдите. Анурбей, Шахрезад Ханым передала вам ключи и этот конверт. Ключи? Что это? Простите, я не знаю. Можете идти. Доброе утро. Доброе утро. Анур уже пришел? Пришел, Керембей, он у себя. Доброе утро. С Шахрезад удалось поговорить? Что? Что с тобой? Шахрезад увольняется. Как? Читай. Совету директоров холдинга Биньепы. Уведомляю о том, что по причинам личного характера я снимаю с себя обязанности координатора проекта, который я вела, начиная с 1 сентября. Анур. Я хотела бы посвятить это письмо не несчастной судьбе, а будущему, наполненному любовью и счастьем. Но вчера я в очередной раз поняла, что как бы я этого ни хотела, мне не под силу изменить роль, уготованную мне судьбой. Однажды неприязнь семьи моего любимого человека уже превратила мою жизнь в трагедию. Я заплатила высокую цену за свое недолгое счастье. И пойми, как бы сильно я тебя не любила, я не смогу заново пережить это. Я не могу избавиться от страха, что если я пойду в будущее с тобой, меня снова постигнет эта печальная участь. Для нас будет лучше поставить точку и отказаться от этой любви. Уверена, что ты меня поймешь, Шахрезад.